Всем привет, с вами Вика, и в своем инстаграме я спросила у вас, какой видос вы ждете от меня больше всего, и многие в директе, в комментариях написали мне, что вы хотите видосы про инстаграм, так что вот это видео, Виктория, к вашим услугам, и за окном творится полнейшая зима, несмотря на то, что уже конец марта, поэтому я решила вам создать весну на фоне, поэтому лайк за старание, пожалуйста. И изначально этот видос планировался в влоговом формате, чтобы показать вам, как делать крутые фото, но что-то пошло не так, поэтому это будет хав такой влоговый формат. И я надеюсь, что вам это видео понравится. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой канал, если вы этого до сих пор еще не сделали. Также не забывайте включать уведомления, чтобы не пропускать обновления канала. Ну а мы скорее начинаем. Итак, мы уже на первой локации, мы добрались с трудом, но сейчас будем делать первую фотку, это мост, а мосты это всегда круто, всегда получаются классные фотки. Кофейни, булочные. Вот. Здесь может быть просто огромное количество фотографий. И в том числе раскладки, что я вам тоже покажу. Когда ты занимаешься танцами 12 лет? И это твой максимум? You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from. Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me. В общем, на этом было все. Я очень надеюсь, что вам понравился этот видос. Тем более, его все равно просили. Видос про Инстаграм. Так что поставь лайк под этим видео. Подпишись на мой канал, если ты этого до сих пор не сделал. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. В следующем видео. Сияйте. Пока.